подмести тротуары от пыли, покрасить бордюры в бело-черные полосы от сквера Лаканай до памятника погибшим рыбакам. Такой фронт работ определил для себя коллектив администрации Невельского городского округа во главе с мэром Алексеем Шабельником, которые приняли участие в мероприятии по санитарной очистке и благоустройству города. Ну, я думаю, прежде всего для того, чтобы убраться, в конце концов, ведь Невельск не только город или населенный пункт, а дом, в котором мы живем, прежде всего. Ну, наверное, каждый живущий хотел, чтобы в доме была чистота.